По меньшей мере 3 человека погибли при взрыве в жилом здании в Стамбуле. Об этом сообщил губернатор города Али Ерликая. По его словам, в здании продолжаются поисковые операции. Дом находится в районе Кадыкёй. По предварительной версии, причиной взрыва могла стать утечка бытового газа. На место происшествия прибыло большое количество пожарных расчетов и машин скорой помощи.